Снимаю видео по запросу одного из моих подписчиков. То, видимо, это мой первый англоязычный запрос. И мне понравилась идея. Меня попросили снять видео, которым я буду зажигать много-много спичек. И потом тушить их в воде. И это видео будет таким немного разговорным, потому что в процессе мы с вами немного пошушукаемся. Я приготовила несколько комплектов разных спичек, которые мне будет интересно с вами зажигать. Понаблюдаем, послушаем. Начнем с обычного коробочка. Этот запрос. Я вспомнила, что мне тоже очень-очень нравится зажигать спички. Запах потухшей спички, мне это очень нравится. Это меня тоже очень расслабляет. Но мне, честно, не приходило в голову, как сюжет для возможного видео.
вы сейчас перед собой видите, это так называемая поющая чаша. Эта чаша приехала из Тибета. Это кованая чаша, в составе которой такие металлы, как цинк, медь, олово, свинец, а также драгоценные металлы, такие как золото, серебро и ртуть. Эта чаша – это специальная чаша для медитации. И также, почему она называется почти поющая, потому что она, когда о нее ударяешь, издает такой длинный звук, не знаю, насколько вам его будет слышно на камеру, потому что у меня не очень хороший микрофон. Я попробую. Вот эта вещь, это специальный пестик для того, чтобы ударять по этой чаше, но и также нужно уметь пользоваться, потому что, по идее, нужно так ударить и водить по краям специальным образом, и тогда звук будет длиться очень долго. Чаша, она помогает структурировать воду, и в принципе та вода, которая в ней находится, с помощью этого звука и вибрации ее таким образом можно структурировать. Благотворное влияние на организм человека это оказывает в частности потому, что организм человека на 70% состоит из воды, как мы знаем. И, соответственно, слушая этот звук, как бы наше поле энергетическое оно тоже улучшается, оздоравливается. Но я пока не умею пользоваться совершенно этой чашей. Мне просто очень нравится на нее смотреть, потому что я люблю металл.
вообще хотела еще с вами поделиться своими ассоциациями. Я недавно ходила на биеннале современного искусства в нашем городе, который проходит. И на биеннале было очень много работ в форме видео. Там было одно такое видео, по-моему, без названия. Я просто не запомнила название. Но суть была в том, что было снято поле одуванчиков. Уже в таком состоянии, когда пушистые такие головки у них, когда уже можно подуть, и они слетаются по всем сторонам света. И было длинное видео, на котором было снято, как какая-то горящая палка, тлеющая палка, прикасается к головкам этих одуванчиков, так. Они очень быстро сгораются и сгорают мгновенно, перегорают. И вот такое длинное видео, в котором вот заснят был этот процесс. И, в общем-то, такие у меня возникли ассоциации, что в этом видео как будто бы аллегория непредсказуемости, неожиданности нашего конца того момента, когда он идет. То есть точно так же, как рандомно эта палка поджигала эти одуванчики, так же рандомно и случайно смерть косит нас своей косой, и неизвестно, в какой момент это произойдет для каждого из нас. Но эти ассоциации, они не были грустными. Просто такое вот философствование какое-то у меня случилось. И это видео вызвало во мне такое чувство, что надо ценить счастье, что у нас есть тот момент, в котором мы сейчас находимся, и, возможно, нам будет дано счастье прожить свою жизнь от начала до конца, от младенчества до старости, пережить все чувства и телесные ощущения, характерные для
всех возрастов. Может быть, нам суждено прожить короткий век. И сгореть в миг один, как те одуванчики. Потрясающая спичка немного надымила. Вот такие мысли у меня возникли. Мне стало интересно ими с вами поделиться. К вам, моим драгоценным подписчикам, которых уже стало очень много. Я этому очень рада. Что есть те, кому мои видео нравятся. К вам у меня вопрос, что, может быть, вы бы тоже хотели какие-то свои фантазии воплотить? У вас есть тоже какие-то идеи видео? И пишите их, пожалуйста, в комментариях. Эти идеи будут созвучны моим внутренним ощущениям. Это мне будет очень приятно и очень интересно придумать, как осуществить эту идею. Такую интересную методику, которую мы применяли на одном из тренингов, который я проходила. Это был бизнес-тренинг. И по окончании 5 дней этого тренинга мы сели в круг и передавали друг другу коробок спичек. И каждый зажигал спичку. И в сухом остатке, пока горит спичка, высказывал свои ощущения, впечатления, кратко, буквально, все, что успеет в то время, пока горит спичка. И это очень интересно, и это действительно помогает, может быть, выделить самое главное из того, что есть сейчас, в данный момент. Как-то не растекаться мыслями.
зажгу маленькую спичку. Посмотрим, что из этого получится. Мне очень нравится вести канал на Ютубе. Я очень вдохновлена тем, что у меня появились зрители, у меня появились неравнодушные люди, мои единомышленники. А у меня буквально зудит от творческих идей. Я буквально едва себя останавливаю от того, чтобы не снимать видео каждый день. И очень хочется, чтобы вы продолжали смотреть. Вот и все, что получилось. Напишите в комментариях, нравится ли вам видео подобного плана в моем исполнении. Какие-то медитативные, не только ролевые игры. А сейчас до конца видео я буду зажигать вот эту прекрасную пологоустойчивую спичку. И вы, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки и обязательно написать комментарий, потому что я в течение дня очень часто захожу, проверяю, жду ваших комментариев, жду общения, жду обратной связи. И, конечно, подписки и лайки меня тоже очень радуют и воодушевляют.